Алло. Да, добрый день, Александр. Здравствуйте. Да, я слушал вас, юрист вы. Что вас интересует? А по поводу чего вы юрист? А вас почему это интересует? Мне ваш номер телефона мне дал девушка, те, которые с вами разговаривают. Ну, я слушаю вас. Какой у вас вопрос? У меня вопрос. Угу. А вы с какой целью с ним разговариваете? Мне вот это интересно. Человек обращается за юридической помощью. А за какими? Просто деньги взять, что ли? В смысле, просто деньги взять? Ну, а с него просто деньги взять и все, да? С кого с нее? С девушки? Она как к вам обратилась? Да. Вас это почему интересует? Это разве должно вас касаться? Это же ведь ее личное дело, правильно? Ну, конечно, пожалуйста, будьте добры, то ли отключите ваш диктофон, то ли громкость отключите, пожалуйста, будьте добры. А что вас смущает в том, что я по громкой связи с вами разговариваю? У вас рядом кто-то есть, что ли, я не понимаю? Нет, нету, успокойтесь. А почему тогда громкость связи? Ну, мне удобно говорить с вами по громкой связи, в чем проблема? Проблема, говорю. Давайте, адрес скажите, пожалуйста, я к вам хочу приехать и посидеть, пообщаться. У вас какой вопрос? С какие цели вас интересуют те, которые люди, что граждане Крымской Республики? С него хотите денег брать или что хотите брать? Вот это мне интересно. Нет, мы бесплатно работаем. Бесплатно? Да. Для граждан Крымской Республики? Для всех. А ваш где офис находится, скажите, пожалуйста. Вам зачем это нужно? Имя, отчество. Вам зачем это нужно? Вы сами, как вас зовут? Мне надо просто, вы мне нужны. Представьтесь, Александр. Пожалуйста. Вы мне просто заинтересованным человеком стали, и я хочу с вами какой просто у вас вопрос? Пойти и поговорить. Какой у вас вопрос? Ну, вы же юрист. Какой у вас вопрос? Ко мне как к юристу. У меня вопрос, да. Александр, кто вам обратился? Это личное дело, это личное дело обратившегося, и вас это интересовать не должно. Вот в том-то и дело. Она у меня жила, у меня, я могу не заинтересоваться. А простите, вы сейчас о ком говорите? Кто вам звонил? Ну, вы сейчас, извините, о ком говорите? Просто ко мне обращается множество людей, и я сейчас не совсем понял, о ком конкретно вы говорите. Вы сейчас чтение двух листов. Вы кому звонили? Или кто-то вам звонил? У меня очень много звонков, у меня телефон горячая линия. Вас кто вас интересует? Зовут Александр. Да, меня зовут Александр. Вас кто? Вы бесплатно юридическую консультацию даете, правильно так я понимаю, нет? Вас кто именно из обратившихся интересует? Вы мне дайте, пожалуйста, нормальный ответ. Вам звонил? Кто-то граждан Кыргызской Республики. Мне звонят постоянно граждане Кыргызской Республики. Да, кто-то из дома кто-то выгонял. Это я выгонял. А кого вы выгоняли? Вам кто звонил? А кого вы выгоняли? Вы пока поступляете или что делаете? Я не понимаю вас. Дайте, пожалуйста, адрес, я приеду и с вами лицом к лицу посижу и с вами буду разговаривать. Ну, у вас какие-то вопросы есть ко мне? Обсудите их сейчас. Есть, да. К вам очень большие вопросы есть. Вы помогаете гражданам Крымской Республики. Какие-то вы юридические вопросы задаете. Вот дайте мне к вам приехать. Адрес дайте, пожалуйста. Какой у вас вопрос ко мне как к юристу? Ну, пожалуйста. Можете мне адрес дать, я к вам приеду, к лицом к лицу подсинем и поговорим. Какой у вас вопрос ко мне как к юристу? Александр. Да. Ваш номер телефона дал мне какой-то девушка, те, которые я... Какая девушка? Какая девушка дала вам мой номер телефона? Как ее зовут? Да. Какая девушка дала вам? Я ее, не знаю, БР, что ли, как называется. Она вчера административное право нарушила, административный этот получила. Штраф получила. Ну ладно, не суть. А напомните ваш адрес? А? Адрес ваш напомните? А нахрена вам давать мой адрес? А зачем я вам тогда буду свой давать? Вы же юрист, я должен... Ну, у вас ко мне какой-то конкретный вопрос есть? Да, конкретный вопрос. Какой? Как вы помогаете мне? Как вы помогаете людям? Вопрос свой задайте. Это вопрос, который касается моих взаимоотношений с другими заявителями. Какой у вас лично вопрос ко мне? А, у меня 318 статья. Что у вас? Сейчас первое.
318 статья, часть первая. Это, простите, что конкретно вы совершили? Можете описать ситуацию? 318 статья. Что конкретно вы совершили? Что конкретно вы совершили? Я сотрудник полиции поругался. Поругались с сотрудником полиции, это не наказуемо. А, 318 статья, это часть первая. Что конкретно вы совершили? Ну, я наругался, там, наматерился. Наматерился, это не наказуемо, если вы матерились у себя дома. Если вы материли сотрудникам... Не у себя дома, я в полиции, прям внутри полиции. Внутри полиции это также не общественное место, если вы просто матерились внутри полиции, это не наказуемо. Если вы обзывали, оскорбляли сотрудника полиции, это другое дело, да. Ну тогда все у вас плохо. Тогда все у вас плохо. Я вас поздравляю. У меня все плохо, да? Да, у вас плохо. Все. Тот, который телефон... Вы в громкой связи вы подключили, ей так и передайте, пожалуйста. У нее все записано. Угу. Что хорошо? Передать? Вот такая же ситуация у нее пусть будет. Угу. Хорошо? Угу. Окей? Угу. Александр, вы мне записываете, я вас понимаю. Хорошо, Александр? Ну, я вас понял, да, я услышал вас. Да, тот же, который вам видео показал. Тоже видео у вас должна быть. Улики те, которые участковый там ее забрал. Или что-то она орала. Или что-то делает. Пожалуйста, объясняйте ситуацию те, которые. Вы же юрист. У вас какие-то еще вопросы есть? Ну, вроде бы да. Должны быть вопросы. Надо с вами ну, задавайте, встретиться. Да, задавайте, да. Для того, чтобы встретиться со мной, у вас должна быть какая-то проблема, которую я вам смогу помочь решить. Да, у меня 318 часть первая. У вас это? Ну, я боюсь, да, я с этим вам помогать не буду, потому что вы тут как-то очень агрессивно себя вели в отношении меня уже по телефону. Так что мне, честно говоря, не очень интересно вам помогать. Я вам же агрессивно ничего не вел. Ну, я счел ваше поведение агрессивным и угрожающим, так что смысла не вижу встречаться. Не, вы-то просто дадите мне адрес, который вы, юридически, который вы мне помощь дадите. Ну, а вы дадите мне свой адрес? Да, конечно, почему нет? Какой? Какой у вас адрес? Пишите, пожалуйста. Пишу. Алуховский проезд, дом 1. Какой еще раз проезд? Алуховский проезд, дом 1. Алуховский? Да, проезд, дом 1. Угу. Квартира 46. Угу. Я могу вас адрес уточнить? Нет, не можете. А почему? Не хочу давать вам его. Алло. Поговорил? Алло. Да. Да, те, которые твои юристы, те, которые твои юристы, хочешь от меня мои адрес. Это по факту. Тебе, чем они тебе помогать? Мне вот это интересно. Чем надо? По закону. По закону какие федерации? Меня обидели. Меня унизили. Из-за этого тебе они помогают? Да. Себя просто денег сейчас вытрут, поверь мне. Ну да. Громкость поставь, я так и скажу. Сейчас он со мной как разговаривал. Ничего, что у них все бесплатно. Она тебе сейчас бесплатно, дорогая, поверь мне. А что мне тебе поверить, который заходишь и говоришь, посылаешь меня куда надо и говоришь, сейчас выезжай. Ты сама нагрубила? Сама пошла. Почему всегда сама? Я вообще... Я тебе говорю, у тебя улики нету, те, которые ты туда пошел. Куда? Уликов много. Сейчас вот эти твои юристы завтра сами будут виноваты, поверь мне. На это дело открывается дело? Хорошо, ладно. 311. Ну и фиксить надо. Какую-то мелкую зацепить, и тебя адвокат даст. Адвокат тебе что будет делать? У тебя деньги будут срать. И все, что угодно, то и делайте. Вот это юриста, я хочу адрес, да, я хочу завтра к ним приехать.
Позвони ему и узнай. Он не дает. Он не дает адрес. Ты же туда поедешь. А встреча где-нибудь, встретитесь, поговорите. Ну, дай мне адрес. Курская сказала, да? Курская, а где они там находятся? Сейчас, подожди, я не решу. Ладно, мне некогда, давай. Давай. Эй, Эрма, делай это, пробей вот эту коль. Артист тоже. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Александр, добрый день, я с вами только добрый. Что разговаривал. Да, я помню вас. И там же, оказывается, облава была какая-то. Какая облава? Ну, а ее задержали в подъезде из дома же. И что? Она ничего не хотела сказать, и она вышла. Ну, и вы... Дальше, что она хочет? Вы мне сейчас что хотите сказать, я не понял. Не, я видео осмотрел, я до этого не смотрел. Видео что посмотрел? Она же, оказывается, просто обычная же квартирная облава же была. Что значит обычная квартирная облава? Ну, она сказала, что она там никем не является. У вас сейчас вопрос какой-то ко мне есть? Нет, я просто хочу уточнить. Уточните. О чем идет речь? О чем? Да. Я вот это хотел уточнить, а мне-то это... Ну, вы хотите уточнить личную информацию другого человека, я правильно понимаю? Ну, я хотел у вас уточнить, я просто к вам человек обратился. Человек обратился ко мне со своей проблемой. Вы тут при чем? Не, я просто отсмотрел все видео, фиксации те, которые было, как вам показывать все. Я его все осмотрел. Ну, замечательно, вы молодец. Все посмотрел, а она вышла из дома и его задержает. И я не вижу, что да, какие-то улики там, что было, ее загрузили, и я никаких доказательств ничего не вижу. Вы кто? Вы следователь, вы прокурор, вы сотрудник Следственного комитета. Просто вы задаете множество странных вопросов, которые мне лично не совсем пока понятны. Сейчас, в данный момент, я никем не являюсь. Если правда? Если являться, я вам скажу, ну просто мне такие удивительные слова, удивительные вопросы задавился, и ваш номер телефона мне дал тот же, который человек, я ей сказал, что да, по территории моей квартиры и так далее, вот. А это ваша квартира? Из-за этого. А это ваша квартира? Вопрос Это ваша квартира? Да, это моя квартира. Она вам на праве собственности принадлежит? Я там зарегистрирован. И это вы не ответили на мой вопрос. Она вам на праве собственности принадлежит? Я там зарегистрирован. Вы не ответили на вопрос. Она вам на праве собственности принадлежит? Я вам отвечаю на вопрос. Нет, вы не ответили на вопрос. Я там зарегистрирован. А я вас не спрашивал, зарегистрирован вы там или нет. Ну? Она вам на праве собственности? Я там зарегистрирован. Да, я являюсь собственником. А, вы являетесь собственником. Замечательно. Да. Ну, дальше слушаю вас. Какие у вас вопросы, соображения, замечания? Замечаний никаких нету. Просто улики конкретно я видел, те, которые она мне отправляла в видео и так далее, и так далее. Какие-то претензии какие-то, я не понимаю, сотрудника полиции, те, которые участковым имеют право. Я вот сейчас вас не понял. Ну, вам, надеюсь, вам показал видеофиксацию, те, которые... Вытащила, показала все. У меня те, которые все видеорегистрации по хамовнику у нас есть. Вы что от меня сейчас хотите? Скажите, пожалуйста. Я просто хочу удивиться, почему. Вы удивились? Вы уже удивились? Вы уже удивились? Вы хотели удивиться. Вы удивились? Молодой человек. А можете хотя бы тон чуть потоньше сделать? Не, хорошо? Не могу чуть потоньше. Он у меня от природы хорошо? Толстый. Я тебе еще раз говорю. Ты мне понял? Ты мне понял, говорю? Что ты я должен понял? Был понять? Потоньше сделай тонкий. Он у меня от природы толстый. Это так толстый сделаю, по-моему, тебе не покажется. Угу. Ты все сказал? Дай адрес, пожалуйста, будь добр. Какой человек, адрес? Дай адрес, я тебе... Петровка 38. Еще раз. Петровка 38. Петровка 38? Да, улица Петровка, дом 38. Улица Петровка, дом 38? Угу. Подожди. Прям приезжаешь, подожди, главный подожди, вход подожди, там подожди. Заходишь. Вот, и начинаешь. Дайте мне Кима. Вот сразу меня позовут. Кого дать? Кима.
Да, фамилия моя Ким. Отчество скажи, пожалуйста. Зачем тебе мое отчество? Фамилия, имя, отчество скажи. Этого достаточно. А у тебя как фамилия, имя, отчество? Назаров. Назаров? Да. Очень приятно. Ну вот приходишь по адресу Петровка 38, требуешь Кима, тебе сразу же делают все, что ты хочешь. Все? Фамилию скажи, пожалуйста. Да я тебе уже сказал, чего тебе еще-то надо от меня? Ты мне нормальную фамилию скажи. Фамилию, я, слушай, адрес, это скажи. Самое, давай это, у меня дела есть, отстань. Вот, с тупыми существами на самом деле даже... Во дворе, но мы вот уже уехали, мы думали, что вы с хозяйкой квартиры хотите поговорить, все такое. А вы что там еще делаете? Раз. Алло. Да, да, да. У вас какой-то вопрос? Пожалуйста. Саян, у вас какой-то раз. Вопрос? Мы, Алло. Да, он в шоке. Он же собирался поугрожать. Не, ну тут, конечно. А тут ему. Это типовая история. Я сейчас попробую ему перезвонить. Алло. Да-да, я слушаю вас. Вы что-то трубку бросили. Что вы хотели? А как он, она здесь зарегистрировалась мне? Вот это скажите мне, вот этим. А вам это зачем? Это же ведь не ваша квартира. А как она здесь оказалась зарегистрированным человеком? Собственник ее зарегистрировал. На каком основании? Как она зарегистрировала собственник сюда? Собственник. Мне покажите, пожалуйста, регистрацию.